Все знают вот этот прикол, что парни в 20 лет и моложе говорят на пышных девушек, что они страшные, толстые, некрасивые, жирные и вообще фу. Вот, но как парадоксально бы ни звучало, они же после 30 на эти же форумы говорят, что это очень даже красиво, им нравится и лучше вообще плавать по волнам, чем биться о скалы. Сейчас не в обиду сказано пышным девушкам, потому что вы видите, какая я полная, но как бы я считаю, что полные девушки тоже могут выглядеть хорошо. Мне кажется, в 50% случаев так происходит, потому что им просто сбивают планку. Да? Они, может быть, и любили фитоняшек стройных, с накачанной попкой, с духами, вечно накрашенных, с красивой прической, просто да только, извините, они их не тянут ни морально, ни физически, ни материально, поэтому у них падают запросы, и они уже рады хоть чему. А вот эти, которые своих фитоняшек любили, они худеньких выбирают, только если она потом поправляется, они ее булят: а ты, дорогой Мани, давай ей время, и она будет красоткой. Честно, я не знаю, зачем она видео это сняла и что она хотела этим сказать, но то, что я понял, то я понял. А понял я из этого видео буквально следующее, что, ну вот, посмотрите на меня, обращайте внимание на меня, я тоже достойна внимания и так далее. Безусловно, да, я вообще не понимаю, зачем хейтят людей, которые, ну, не нравятся чисто физически кому-то, да, ну вот, ну, ты полненькая, ладно, хорошо, если тебе комфортно, молодец, замечательно. Но тут вопрос в другом, это вредно для здоровья. И если тебя все устраивает, и ты не пытаешься что-то себе изменить, привести себя в порядок, это твои личные проблемы, это проблемы твоего здоровья и твое собственное отношение к самому себе, не более того. Ну а то, что она сказала, что мужчины со временем начинают уже обращать внимание на таких девушек, а до этого им таких подавать, это тоже полный бред. Почему? Потому что я знаю молодых ребят, которым, ну, нравятся девушки в форме. И знаю ребят, которые, ну, не любят, им не вставляет, их не возбуждает девушки и модельной внешности. Такое бывает, и это нормально. Ну что она хотела сказать, я так и не понял.